У нас ушли американские крупные компании с рынка, сами ушли. Их никто не прогонял. Они ушли и думали, что мы умрем. А мы глянули, мам, родная, 59% мы заполнили отечественным производством. И скажу вам, не самым плохим. Вдруг уровень начал, как на дрожжах, пухнуть и расти. Как только нам дали пространство, куда расти. Понимаете? Понимаете?